Yeah.
лицезрить ее готова. Гениальный мастер Юлия Теплова. Алешка, Алешка, а к тебе пришли. Ко мне? Ой, здравствуйте, это тетя Оля, врач скорой помощи. А что, кто-то заболел? Ну что вы, я просто так вам в гости. Вот и отлично, идите погуляйте немного, подышите свежим воздухом. С моря дует ветер сильный очень, может так и простудиться, между прочим. Где директор? Во что у вас дети одеты? Воспаление легких получат навязку. Жарко же лето, а инструкцию нужно круглый год выполнять. Если директору этому только ускорить, и мы погулять, и мы погулять на берегу раз. Надо наконец ее прослушать. И в отчетную грамоту. Наши не найти нам райцентре приема такого. Слышите, мы завтра придем.